После выхода из ЕС Британия оставит своих военных в Германии из-за возрастающей угрозы со стороны России. Такое решение принял министр обороны Соединенного Королевства Гевин Уильямсон. По его словам, так Лондон докажет Европе, что готов защищать ее после Брекзита, а Берлину намекнет на необходимость повысить расходы на оборону. В Германии Британия оставит инженерный полк, полигон и склад бронетранспортеров. Я напомню, ранее британцы планировали вывести свои войска до 2020 года.